Всем привет! Начинаем нашу еженедельную тренировку. Так, секундочку. Обновите, пожалуйста, браузер, чтобы у вас появился звук, картинка, и напишите в чат, как меня видно и слышно. Сегодня у нас продолжение интересной темы. И продолжение, и кое-что будет сегодня новое. И тут жопа моего кота влезла в кадр. Сегодня будем говорить про необычные споты в первой части занятия. Будем разбирать, как нам играть против сильного рейнджа, можно ли выходить за рейндж. Разберем это через флопзилку. И затем еще поразбираем видео, которое мы так еще не разобрали, нашего ученика с курса, который отыграл месяц плюс 100 ББ на стол, записал длинное видео, мы уже его два раза разбирали, он так еще не разбирали. При этом в этом видео мы нашли массу ошибок, так что я думаю, он мог бы играть еще в лучшей винре, чем плюс 20 ББ на 100. Так, ну поставьте плюсик в чат, что там все видно, слышно, чтобы я понимал, что у нас все окей. Так, ну вроде звук, картинка есть, отлично. Давайте начинать. Давайте начинать. Но начнем мы не с видео. Первую часть занятия такая интересная будет сегодня тема. Можем ли мы выходить за рейндж? И я хочу разобрать несколько спотов, когда мы играем против сильного рейнджа без позиции. И мы должны выкидывать свои руки, достаточно играбельные. Ну, о чем идет речь? Например, когда вы играете на ББ против баттона, и у вас какая-то ОСДшка, мелкая, например. Вас поставили конбет по флопу, ну, вы сыграли, предположим, чек-кол, и у вас летит второй баррель по терну. Если это ОСДшка, ну, просто мелкая ОСД, без каких-то оверкард, у вас летит плотная ставка 3 четвертых пота, при этом она летит от оппонента, который, не сказать, что часто ставит второй баррель, то есть, например, у него второй баррель 50%, то нам на самом деле просто не по шансам калировать на лимитах а-ля там NL100, NL200, ну, то есть отцы у нас там 18%, шансы банка на кол, когда у нас ставят 3 четвертых, там 30%, и имплайды слишком плохие, без позиции против компетентных регуляров, чтобы мы плюсово калировали эту руку, и поэтому мы ее вынуждены играть чекфолд. Зачастую то же самое случается, когда мы калируем какую-то пару плюс ФД, и у нас есть мелкая ФД, у нас летит плотная ставка от достаточно тайтового оппонента, и, соответственно, мы тоже вынуждены ее выкидывать. То же самое происходит в 3-bet потах, когда мы играем без позиции, закалировали мелкую карманную пару с реддрошкой, кольнули флоп, ФД поехала по терну, у нас ставит второй баррель, мы вынуждены выкидывать. Потому что, да, бомбак, привет, потому как... ну, отцы хуже, чем equity, и при этом имплайды плохие. И поэтому такие ситуации мы обычно откалываем в минус. Но я вот решил разобрать сегодня ситуацию, может быть ли нам с этими типами рук против нескольких оппонентов играть не через чекфолд по терну, а через чекрейс. Через чекрейс, то есть перешать в блеф. Ну и понятное дело, что против сильного рейнджа чекрейс, естественно, не будет плюсовым, просто если мы играем просто единичный чекрейс. И тут вопрос в линии о том, что мы играем чекрейс и пуш-ривер. Ну и потому как на самом деле у нас есть value ханды в чекрейзе терна, у нас есть value ханды и на сухих досках, где у нас может быть USD, и на досках, где у нас закрывается, например, флаш, и у нас, например, пара плюс ФД есть, которую нам не по шансам колить, но типа мы ее можем превратить в блеф. Сейчас мы это разберем. Давайте, наверное, разберем это против баттона. Начнем с какой-нибудь доски сухой. Например, где у нас есть возможное ОИСД. Возможное ОИСД. Так, ну что-нибудь типа такого. Пусть она будет сухая. Ну и здесь мы просто хотим с точки зрения эксплойта посмотреть эту линию. То есть мы должны размышлять о том, как выглядит рейндж того, кто бетит флоп, бетит терн, получает чекрейс, потом он калирует.
И как в среднем он будет продолжать, как регуляры будут реагировать на такую линию, например, чекрейз, терн и пуш-ривер. Потому как на самом деле эта линия выглядит очень сильно, чекрейзы в таких ситуациях довольно, ну, небольшой процент чекрейза будет по терну, и пуши после этого тоже будут достаточно редкими, и зачастую это идет от сильного рейнджа, поэтому, в принципе, если, ну, наша гипотеза о том, что если мы выиграем против нитового оппонента, то, соответственно, мы будем видеть достаточное количество фолдов. Ну, давайте сейчас зададим какой-то более-менее дефолтный рейндж конбета флопа в позиции. Обычно здесь люди ставят сильные топ-пары. Ну, там от дамы 8. Pocket pair я бы, наверное, здесь 50% задал бы в конбет. То же самое справедливо для вторых пар. Процент 50. Вик пары, как правило, ставят все. Я имею в виду третьи пары. И вот как раз мелкие какие-то кармашки уже чаще уходят в чек. Ну, все гадшоты, все оверкарты. Двухкарточный бэкдор ФД сейчас мы тоже зададим. Король хай, туз хай, дама хай, валет хай. Ну, тут на самом деле я бы сейчас все задал бы и какие-то просто отключал. Но туз хай хорошие. Туз король, может быть, можно убрать здесь. Туз валет обычно ставят. Король хай все ставятся в такую структуру. Дама хай, ну, по принципу топ-пары тут уже идет. Валет хай, пум-пум-пум, валет хай, да, тоже хороши. 10 хай. На девятку я пока отключу. Ну и различные бэкдор ФД, тут 10-7, 10-6, гадшоты, 7-5, да, я думаю, что здесь большинство поставится. Так, и туз хай еще какие-то по типу туз король, туз 10, туз хай плюс бэкдор гадшот, туз 3, туз 4. Ну да, вот достаточно справедливый комбет в позиции, если мы посмотрим на среднего какого-то рега, там, не знаю, L100 или L200, обычно комбеты в районе 70% по флопу. И выходит какой-то терн, ну пусть он вообще очень бланковый выходит. Четверка. Мы получаем здесь второй баррель. Второй баррель уже, как правило, от более сильного рейнджа. Дама 10 плюс. Так. Пэры, гадшоты. Ну, гадшоты здесь тоже продолжат ставить. Процентов, наверное, 35. 35. Даже, наверное, побольше. Давайте 50 воткну. 50. Да, я думаю, справедливо. Здесь получилось 39% второй баррель. Ну, совсем бланковая вышла карта. Очень часто он ставил второй баррель по флопу. Можно было бы здесь задать побольше гадшотов или оверкарт. Но в целом, я думаю, это будет справедливо для оппонентов, у которых статы, например, конвет флопа 70, терна 45 и ривера 45-50. Ну, такие довольно распространенные статы при игре в позиции у наших противников. Ну и здесь у него чуть меньше конбет, 39%, не 45%. И у нас здесь, ну и он ставит второй баррель плотным с размером. Если флоп он ставил, например, полпота, то терн 3 четвертых пота у нас летит ставка. И у нас, предположим, какая-то рука по типу валет 10 разномастных. Валет 10. И тут вопрос о том, что... Ну, так, кстати, валет 10 еще хорошая рука здесь, она откалывается, наверное, нужно посмотреть даже более мелкое ОСД. Но пока я уже не буду перестраивать доску, еще, может быть, разберем. Бумбак спрашивает, только у меня видео падает периодически. Ну, не знаю, у меня все нормально, связь не падает, все хорошо. Сейчас посмотрю, включу. Нет, у тебя чуть со связью. Все работает. Нас тут интересует, как он будет продолжать, если мы зарейзим. И нас интересует агрессивная именно линия, если мы играем чекрейз и бет. Так, сейчас напишу. Бумбаку, что у него что-то с интернетом. Так, ну, предположим, мы зачекрейзили терн. Зачекрейзили терн. И что здесь будет продолжать у нас против нашего чекрейза?
Ну, гадшоты все упадут. Так, я думаю, даже часть пар упадет. Овер пары заколются, две пары. Ну, очень сухая доска, поэтому я думал, здесь все будет продолжать. То есть он поставил комбет 39, процентов 22 продолжил, то есть он достаточно широко продолжает и, ну, как правило, просто выкидывает только те руки, которые он ставил для полублеф, какие-то гэтшоты, ну, совсем слабые топ-пары, не спектр value бета. Ну, может быть, часть, ну, просто в позиции часть OSD он не будет фолдить, типа у него имплайт просто хороший, так что вряд ли он здесь выкинет. И давайте посмотрим какой-нибудь ривер. Какой-нибудь ривер. Хотел короля поставить, но король слишком хорошая карта для нас будет. Так. И вот его рейндж кола, и мы пихаем all-in. Идут в